Всем доброе утро. Я начинаю свое утро с витаминок. Вот такое у меня количество. Витаминки разные. И все они полезны. Пью вместе с вами. Закидываю их. А еще я каждое утро натощак, это я уже витамины сейчас выпил, соответственно, после завтрака, то есть утро я начинаю, выпиваю коллаген, вот этот, о котором я расскажу в чате. У меня в чате будет информация по вот этому великолепному продукту. За полчаса до еды, натощак, утром, перед едой, я выпиваю ложечку вот этого коллагена. Вот. Что такое коллаген? Это все, это суставы, это кости, это кожа, это волосы, это внутреннее состояние. Мало того, здесь состав с черникой и ацеролой, делает витамин С, антиоксидантные действия производят, омолаживает организм, кожа становится мягкая, упругая, она становится без морщинок, мелкие морщинки выдавливаются, соответственно. Вот, ребята, вот про это я сейчас вам расскажу. И, соответственно, как я сказал, натощак за полчаса до еды я вот это выпиваю, потом кушаю, завтракаю и выпиваю витаминки, которые я вам сейчас показал. Так что смотрите в чате, информация очень интересная. Всем хорошего дня. Кстати, сегодня последний день зимы. Наконец-то у нас наступает полноценная весна. Всем хорошего дня. Всем пока.